Всем привет! Добро пожаловать на канал Popular Games. И сегодня у нас будет распаковка блока питания Be Quiet System Power 9 на 500 Вт. Заказан блок питания был с сайта Computer Universe. В цену обошелся он около 3000. Тогда как цены у нас в России, на них достигают около 5-6 тысяч. Сам по себе блок питания Be Quiet очень тихий, начинка в нем очень хорошая, проверенная. Также имеет сертификат 80+, бронзовый. Давайте посмотрим поближе. Сзади так вот коробка выглядит. Давайте ее распакуем и посмотрим, что внутри. Долго вас задерживать не буду. Сразу же сверху лежит какая-то, видимо, документация. Очень большая документация. Тоже. Надеюсь, вам видно. Это еще не все. Она очень большая, так что, думаю, мало кому это интересно. Обычная бумага. Так. Тут же у нас находится... Надеюсь, вам будет видно. Пакетик с болтами. Видимо, подкрепление блока. Дальше у нас... Это провод для подключения блока. Теперь... Давайте достанем сам. Так вот он выглядит. Сейчас сниму упаковку. Это обычный пакетик. Так, коробку можно убрать. Сейчас распакую быстренько. И вот он сам блок питания. Здесь шмат проводов. SATA для подключения видюхи, этого процессора и материнской платы. Так, вот здесь это технические характеристики. С этой стороны. Подключение и получается так, что еще? Ну и тут надпись Be Quiet. Так, такой блок питания. В принципе, это все, что было в коробке. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем до скорых встреч, всем пока.